Ну что, мои дорогие, продолжим, да? Привет, привет, как у вас дела? Я, знаете, так, чтобы мне было легче с вами иногда вот... И то есть иногда, чтобы мне было удобнее снимать видео, я уже волосы не знаю, куда деть. В общем, их сделала крестом и так. Как у вас дела? Все хорошо? Так, пчелороб, мирабалар, насылсымыз, инсымыз. My dear, hello. How are you? Ну что, я прям поставила на витрину вот, ну что, то, что я люблю. А вот Машина продукция, да? Машина еда. Девчонки, вот о чем я хотела с вами поговорить. В общем, я купила, ну вот как я слышала, что это такая полезная вещь, я не знаю, вообще чем полезна, я даже не знаю. Вот хотела у вас спросить. Можно, наверное, да? В общем, я купила вот такую вещь. Коллаген. Маша ничего не читала, честно скажу. Я про него ничего не читала вообще. И вообще мне почему-то лень открыть и прочитать. Это я не знаю. Не то, что лень, а я забываю, и потом и времени не очень-то много. В общем, оно вот такое. Это у меня уже второй, и я... Ой, ну мне просто сказали, попей коллаген. Сейчас мне там, может, напишут, попей это, ты тоже будешь пить, да? Нет, девчонки. Я слышала только маленький кусочек про коллаген, что там, ну что он, в общем, помогает там для много чего, там волосы там туда-сюда, короче. Но я его купила. Но я не знаю еще для чего. Если кто-то знает, пожалуйста, напишите мне. И такой же коллаген купила вот такой. В таблетках уже. Здесь у нас 180 таблеток. Короче, на всю жизнь. Вот. Короче, купила, девчонки, вот эти. Это я не знаю, что такое. Это добавка, пищевая добавка или что... Ну, короче, в общем, Маша знает, что это. Я как-то в Фейсбуке, девчонки, просто там девчонки все пишут, вы знаете. И как-то кто-то заказал там коллаген. Вы знаете, я пролистывала и это увидела. И там просто коротко было написано, что оно полезно и очень хорошо помогает там для волос, укрепление волос, туда-сюда, ногти, наверное, там кожа плюс... Ну, просто я пью его и пью, и пью, и я не знаю, что оно для чего помогает-то особо. Но я не замечаю. Вот. И поэтому, думаю, вам скажу. Кто-то, если пил или пьет, и какие там могут быть от него вообще, какие полезности есть, пожалуйста, напишите, очень прошу вас. Так, пчелорам дюрым, кипям буду и чурым шуа. Ама бельмёрым не файда савар, ама и чурым. Дюшинёрым кипялки гюзяль бекады нолоджа. Беклёрым, аля беклёрым, ич. Эль бище гёрмёрым, да. Ой, знак, кем берё бище бельёса окону, да. Или там бана би яса бельёрмисыңа с ёрмла, да. Тешекюрэ дэр. Кем бельки бери куланы ё, бельмэм. Hem de bunu aldım da. Düşündüm belki gençleşeceğim, böyle bir güzelleşeceğim diye kendi kendime. Bilmem ne yerden veriyor yani içiyorum. Onu soruyordum. Benimki arkadaşlarımdan. Kim biliyorsa lütfen yazabilir misiniz yorumlarda? Вот. Пожалуйста, напишите, девчонки. Ну и, как всегда, сейчас мы будем кушать с вами вот люблю, когда мягко. Все любят, чтобы хрустело. Маша уже старая, любит, чтобы помягче. Ну что, девчонки, давайте приступим, да? Ой, что-нибудь так сделаю. Чтобы было прям уже
Видно. Многие мои хотят увидеть. Прям, чтобы я разложила. Ну, у меня тут такой столик. Боже, 50 на 50. А сейчас я разложу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, куда бы это все? Конечно, все, что я выложу, я это и кушать не буду. Сразу говорю. А то что-то мне там напишут. Туркестан. Мелеха. Таким человеком. А чек Туркестан. Беля. Мухча. Вала. Чук взял. Şuna bak. Bu ne sadece siz için böyle koyuyorum da. Kendim bir ufak bir şeyini alayım. Yiyeceğim. Tabii ki. Bunu biraz buraya. Bu böyle olsun. Ay benim mikrofonum nerede kaldı ya? Девчонки, я знаю, что вы, наверное, уже долго ждете. Сейчас Маша начнет. Подождите, пожалуйста, немножко. Кстати, вы можете прокрутить там, что там, кому не интересно, окей? Это я можно так поставлю, да? Прям я уже не знаю, что поставить. Маша пьет вот это. Вот. Вдруг омолодится, станет красавицей, да? Мечтает все тут. Ха. Ну ладно, некоторым же везет, да, может, Маше тоже повезет. Но я не знаю, куда микрофон, девчонки, прям вот просто не знаю. Сейчас я его быстренько прикреплю, можно? Вот это бы, да, вот так повыше. Было бы отлично. Было бы. Сейчас Маша придумает 2 секунды. Девчонки, придумала вот только вот так. Ну что, покушаем? Так, пчелорам. Афет осу, Мелеханама. Ой, хоть бы могла бы укусить, да, еще. В общем, сухой погрызем маленько. Такой кусочек взяла потоньше. Светлый Туркестан. Супер. Böyle bir tat. Toprak koku. Yağmur sonrası. Taze. Muhteşem bir kil. Sadece Türkistan'da oluyor. Oradan. Девчонки, наверное, уже все знают вкус Туркестана. Ага, сейчас.
Не хочет откусываться. Что делать? Не знаю, маленький кусочек поесть. Ну что, мои дорогие, было просто, просто вкусно. Я глотала частично, сразу скажу, не все, а то все равно спрашивают. Не знаю, зачем спрашивают. Спрашивают. Поэтому, девчонки, проглотила я часть какую-то, не все, все не глотала. Очень вкусное. Туркестан. Мухтишан тады. Инанулмаз. Топракуку.
O kadar toprak koku sadece Türkistan'da var. Böyle ıslak toprak oluyor ya yağmur sonrası. Очень вкусно. Не знаю, вот очень. Ну все, мои дорогие, спасибо вам. Кто знает про коллаген, пожалуйста, напишите что-нибудь. Ну, то есть, кому помогал, да, там у кого-то что-то улучшилось или еще что-то. Вот, если не трудно. Ну все, мои дорогие, пока-пока, спасибо. Милеха, Туркестан. Так залипает, даже говорить не могу. Так и пчелы, тешекюрляр. Эфиром севером. Бай-бай. Thank you, my dear. Мои дорогие, большое вам спасибо. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пока-пока. Ну, если вам не трудно.